Привет, YouTube! Находимся в Таиланде, мы идем пробовать настоящую тайскую кухню. Будем покупать самые экзотические блюда, очень вкусные, морские, ну и... Всякие разные. One chicken. The one free. На, держи наркоту, только мамке не говори. Алло, мам, я наркоту получил. Дорогая, мне идут эти усики? Да, конечно, они тебе идут, они тебя очень сильно красят. Surprise, motherfucker! Он что, закапывает дерьмо этой псины? What the fuck ты делаешь? Внимание, дальше будет ложная информация. Спасибо за внимание. Бля. Вот здесь мы купаемся. Здесь планктон и водится, потому что кристально чистая вода. Это подтверждают новейшие фильтры. Они очень потрясные, вода выходит наичистейшая, прямо из туалета всех жителей. Внимание, конец ложной информации. Спасибо за внимание. Нет сомнения, что русский среди них он. Абдулра. Не он, а он. Абдулра. Абдулра. Аркмал. Ну, видимо, его приятель. Вот. Здорово! Чё надо? Чё такое? Короче, не поди бы тебе в жопу! I'm sexy and I know it. Йо-йо, какие тут тачки с тайцами на борту. Так. Слушай, они не остановятся? Никто здесь не остановится, нужно бежать, нужно бежать. Ублюдок, мать твою, ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Сейчас в Пхукете очень-очень жарко, наверное, температура градусов 36. И поэтому мы, как и все люди, спасаемся как можем. Кто-то что-то кое-как. Okay.
А это та самая улица, на которой предлагают всякие шоу. Мы отбивались как могли. No, God! А потом такие шли. Please, no! No! Оу, какие красотки. Ха-ха-ха-ха!